Поступил Mercedes GL 2009 года, объем двигателя 3 литра, 211 лошадиных сил, автомобиль дизельный, автомобиль на светлом кожаном салоне, имеется электрорегулировка водительского и пассажирского сидения, также память, два люка, мультируль, круиз-контроль, установлена вибаста, установлена камера заднего вида. Также парктроники спереди, сзади, раздельный климат-контроль, подогрев передних сидений. Для задних пассажиров имеются мониторы. Автомобиль семиместный.